Вы на канале Call Me Cage, и сегодня мы будем рисовать очень крутую новогодние колокольчики с рябинкой, с зеленью, в принципе. Ну, можно их не только на Новый год рисовать, в принципе. Ну, я их сейчас сегодня буду рисовать, так что подпишитесь, поставьте лайк, чтобы больше было видео таких крутых. Ну, а мы начинаем. Погнали! Для этого видео нам понадобится 4 цвета. Это черный, зеленый, желтый и красный. Ну, мы начинаем, как всегда, с черного цвета. Значит, будем начинать вот с этих вот трех точек. Дальше здесь мы ставим вот такую вот штучку из 4 клеток. Хорошо. Теперь здесь мы наверх, ребята, здесь мы наверх ставим 1, 2 вот так вот. 2 вот так вот вправо. Здесь мы 2 вот такие вот клетки ставим. Здесь 1, 2 вправо и 2 вниз. Вот так вот получается. Теперь здесь мы ставим 1, 2, 3. Вот так вот. Здесь мы можем поставить 1. И теперь еще 2 вниз. И посередине мы вот так ведем. И вот здесь вот мы должны соединиться вот с этими 4 точками. Теперь здесь мы ставим 1 плюс 1, 2, 3 вверх. Угу. Теперь здесь мы ставим 1 влево, 3 вправо, 3. Здесь мы 1 ставим. Здесь мы ставим 1, 2, 3 вот таким вот образом. Ну, легко. Главное, смотрите, не ошибитесь. Итак, здесь мы ставим 1, дальше 1, 2, 3 вниз, 2 вправо, вот так вот получается. И вот здесь вот мы ставим 1, 2, 3, а здесь мы 1, 2, 3 вправо ставим. Получается вот так вот. Дальше здесь мы ставим 1, 2, 3, 3 клетки. Так, давайте перейдем сюда. Здесь, ребята, здесь мы ставим 2 клетки вниз, 1, 2 вверх, вот так вот. Здесь мы ставим 2 клетки влево, еще раз 2 клетки влево. Здесь мы ставим 1, 2 вверх, 2 вверх и 1. Теперь здесь мы ставим 2 вправо, это уже внутри колокольчика, и 1, 2. Вот так вот получается. Теперь переходим на правую сторону. Хотя нет, давайте вот здесь вот поработаем. Значит, здесь мы поставили 2 вот так вот. Дальше здесь 1, 2, 3 вверх, вот здесь. Дальше 1, 2, 3 вправо ставим. Здесь 1. И здесь 1, 2. И мы соединяемся. Все, теперь переходим к правой стороне. Значит, вот здесь вот, вот как вы видите, вот здесь вот. Здесь мы ставим 1. Дальше 1, 2 вправо. Здесь 1. Здесь 1, 2, 3 вот такой уголок. Здесь 1 еще ставим. Дальше мы ставим 2 вниз и вот так вот 3. Итак, и дальше мы должны вот здесь 3 клетки поставить. Дальше здесь мы 2 ставим. Дальше здесь 1, 2 вниз. Еще раз 2 вниз. Вот так вот получается. Ой, простите, вот так. Теперь здесь мы ставим 1. Здесь 1, 2, 2 клетки. Теперь мы здесь ставим 1, 2, 2 влево. Здесь мы ставим 1. Здесь наверх 1, 2. Здесь 2 еще тоже. Здесь мы ставим 1, 2, и здесь 2. И все, очертание готово, так вот легко. Теперь главное это закрасить. Погнали! И все, ребята, я закрасил. Теперь берем с вами красный цвет и закрашиваем вот эти вот 3 рябинки. Но мы выделяем в правом верхнем углу 1 клетку и ее не закрашивая, все закрашиваем. Погнали! Все, мы им закрасили. Теперь
убираем и с вами берем светло-зеленый цвет. И, ну, конечно, лучше светло-зеленый, не темно-зеленый, чтобы было красочнее. Ну и как бы трава светло-зеленая, не темная. Ну ладно. Теперь здесь мы с вами выделяем одну клеточку, вот это вот все закрашиваем. Переходим сюда. Значит, здесь мы выделяем вот эту вот одну клеточку, мы ее должны будем закрасить. Короче, выделяем вот такой вот, ребята, крестик вот такой выделяем. Мы его не закрашиваем. Дальше здесь мы отступаем две клетки и вот эту вот клеточку выделяем. И все, вот эти вот три травинки мы закрашиваем. И все, мы закрасили. Теперь мы его убираем. Теперь мы берем желтый цвет и закрашиваем полностью все эти колокольчики. Погнали! Все, ребята, наш рисунок готов. Вот такие вот получились колокольчики. Очень классно. Обязательно рисуйте. Обязательно подписывайтесь, расскажите друзьям о канале. Пожалуйста, давайте добьем 1000 подписчиков. Осталось всего лишь 500. Ну или давайте хотя бы добьем 500. То, что сейчас 455, всего лишь 45 подписчиков осталось. Добьем 500, прям я сделаю огромный, просто реально, я вам честно говорю. Добьем 500 подписчиков. А давайте договоримся так. На каждый 100 подписчиков я делаю просто огромный рисунок. Сложный, огромный рисунок. На каждые 100 подписчиков. Давайте добиваем еще 45 подписчиков. И я делаю просто такой рисунок. Будет очень сложно, но за 100 подписчиков кто не сделает. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем до следующего видео.